Добрый день. Сегодня хотела бы подробнее показать и рассказать, что такое электронное лекальное устройство. Показывать я буду на своей машине электронной, но электронное лекальное устройство работает с любой перфокарточной, с любой самой обычной машиной, типа северянка, украинка и тому подобное. Электронное лекальное устройство не превращает обычную машину в электронную машину. Да, просто иногда встречаются такие вопросы, станет ли машина электронной? Нет, к сожалению, не станет. Из чего состоит электронное лекальное устройство? Из двух датчиков, один из которых установлен на машине, другой установлен на каретке. И мыши, перепаянной мыши, которая подключается к компьютеру либо к ноутбуку, на котором установлена уже программа ДК либо Кнетсталлер, кому что больше нравится. То есть электронное лекальное устройство может работать как с ДК, так и с Кнетсталлер. Хотела бы здесь подробнее показать вообще, как происходит начало работы и принцип работы вот с электронным лекальным устройством. Вам придется освоить программу либо ДК, либо Кнетсталлер, то есть научиться в ней работать, научиться в ней строить выкройки. К примеру, у меня уже открыта вкладка, где построенная выкройка. Выбираю часть, далее иду в интерактивное вязание. Я нахожусь во вкладке «Интерактивное вязание». Стрелочку мыши мы наводим на верхнюю слева стрелочку. У нас на экране виднеется как рука. Она должна находиться на верхней слева стрелочке. Когда мы установили в таком положении мышку, ее трогать больше нельзя, и нужно периодически следить за тем, чтобы ее местоположение на экране не менялось. Для этой части изделия на компьютере есть рекомендация, то есть должно быть набрано на левой части игольницы 44-37 игл. Вот у меня уже набрано 44-37. Прошу еще раз заметить, что рука должна находиться на стрелочке вверх, с левой стороны которая. Проводим кареткой. Первый ряд провязан. Увеличить вправо 1. Увеличить вправо 1. Увеличить вправо 1. На игольнице сейчас 20-44. Так же самое и на мониторе компьютера у нас 44-20. Увеличить вправо 1. Увеличить вправо 1. Увеличить вправо 1. Таким образом мы продолжаем вязание дальше. То есть очень удобно.